Привет, друзья! Вы смотрите банальное ТВ. С вами Тур. Мы сегодня с вами продолжаем играть в Тердаун, друзья. Сегодня с вами продолжаем уничтожать все и вся, что у нас находится в этой игре. Друзья, как вы знаете, я достаточно сильно люблю футбол. Если вам нравится футбол или какой-то другой вид спорта, то для большего интереса можно сделать ставочку, например, на любимую команду. Вы меня спросите, где сделать ставочку? Я вам отвечу, естественно, Лига Ставок. Почему Лига Ставок? Потому что это надежная компания, у них широкий выбор событий, как вы можете видеть вот здесь вот. Быстрый вывод средств. И что в наше время достаточно важно, очень удобное приложение. В общем, переходи по моей ссылке, регистрируйся, качай приложение и получай фрибет равный первой ставке, но до 3000 рублей. Ссылочку ты найдешь внизу под видео. Друзья, ну я надеюсь, что вы уже поставили большой палец вверх, потому что, ребята, смотрите, что у нас сегодня будет. У нас сегодня статуя, блин, свободы. Только плохо, что она стоит спиной, так сказать, к солнцу, потому что ну, я люблю, когда к солнцу все лицом, чтобы рассматривать. Ребят, ну вы посмотрите, она просто огромная, она просто гигантская. И знаете почему? Ну, мне вдруг, ну, не, точнее, не вдруг, а я прям, когда ее увидел, я прям... А вот что-то у него, кстати, не, не то, по-моему, с лицом, хотя, может, он такой должно быть. А когда я ее увидел, я сразу вспомнил комментарий под видео, где я ломал мост, там был комментарий. Теперь осталось, чтобы Турбо сломал, блин, статую свободы. Так вот она. Друзья, не забывайте, что это все, как говорится, не настоящее. Что здесь ни ничего, так сказать, не имеет а, с реальностью. Потому что это все игра, это все выдумка, как говорится. Как говорится, да. <рис points of steel> блин, слушайте, а прикольно. Прикольно. Ну Ладно, ребят, мы ну, вообще, знаете, для чего с вами тут собрались? Ладно, давайте мы сначала из ракетницы постреляем. А потом кое из чего другого интересного, я думаю, что вы уже догадались. Ну-ка, давайте-ка в руку попаду не попал. А так? Не понял. А как ты держишься, родная? Как ты держишься? А вот теперь никак. Ну-ка, а молоточком по ней можно или она крепкая? Ну-ка. О, нет, кстати, ее можно, да. Она из такого металла, который слабенький. Круто. А вообще, подождите, она, по-моему, деревянная. По-моему, да, она горит, блин, она деревянная. Ну, кстати, с другой стороны, это тоже, конечно, прикольно. Бэм. Слушайте, выглядит круто. Смотрите, книга вся разлетелась. Блин, ребята, я, кстати, не делаю ничего такого плохого интересного для, так сказать, американского народа. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. В любом случае, ребят, я вас сразу на всякий случай предупредил и, и предупредил, и YouTube предупреждает. Это не статуя свободы, это э, свободуя статоты. Это свободуя статоты. То есть, естественно, это как бы не оригинал. Ну, вот. Так что не надо на меня обижаться, если что, американский народ. Спасибо. Мне интересно, что будет, если я на второй канал запишу такое видео, у меня там, ну, в основном аудитория американцев, фига себе, она провалилась красиво. Ладно, хорошо, делаем рестарт. Друзья, мы с вами сегодня ради чего собрались? Ради того, чтобы швырять огромных ненастоящих мужиков в эту огромную ненастоящую женщину, так скажем. Смотрите, видите, у нас даже в руках вон мужик. Вы помните мод на ненастоящих мужиков? Он был офигенный. Теперь примерно то же самое, только я с По-моему, это выглядит офигеть. Это просто десант мужиков, десант мужиков на Нью-Йорк, на Рью-Нью-Йорк, на Рью-Нью-Йорк. На на, на ну вы поняли, да, что Так, ну-ка. Кстати, да, смотрите, да, даже можно, можно чисто подломать вот этот вот фундамент весь. Блин, аж, аж залагало. Мужик, лети. Аж залагало, неприятно, честно говоря. Блин. Не, вот когда так лагает, не могу. Ладно, будем, короче, я понял, лучше не трогать фундамент. Лучше швырять этих мужиков чист куда-нибудь прям в нее. Ну-ка. А если прям, знаете, так. Она такая стоит там, что-то показывает. И я такой. Бенч! Неплохо. А если так? Пенс, о, блин, ну прикольно они так летают, ребят Так, друзья, снова здесь Короче, блин, мне нравится, как эти мужики огромные лежат прям в ней Ну, как бы звучит это, естественно, немножечко странно, да Но выглядит это реально прикольно Окей, швыряем дальше Ой, я... Кстати, когда я в воздух, смотрите, если я вот так сделаю и швырну, меня прям откинет куда-то Давай, падай, падай, женщина свободы Блин, держится неплохо Мужики не справляются, ребят и, кстати, вот реально под это, мне кажется, подходит вот эта вот песня Мужицкий дождь. Ну, вы знаете. Да блин, я не могу попасть, ребят. Ну-ка, давай так. Да как так-то? Ребят, целиться мужиками очень сложно. О, все, 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 все. упала, упала. Сва -сва Свататуя слободы. или как там я ее назвал? Блин, ну выглядит красиво. А, смотрите. И огонь. Огонь рассыпался. Огонь рассыпался на вокселе. Блин, выглядит круто, окей. Ладно, давайте мы рестартнем. Давайте опять все повзрываем чем-нибудь нормальным, так сказать, человеческим оружием. Ну-ка, блин, капец, конечно, она большая. Если бы я сейчас был без мода на полет, я бы не знаю, что бы я с ней делал. Ну а так, в принципе, надо... давайте вот так вот поделаем, ребят. дин 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 дин, -дин. Так, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Как-то странно работает у нас этот фундамент, честно говоря. Не понял. Это уже какая-то киберстатуя свободы, которая может летать. Не понял. Ладно, хорошо, давайте мы из пистолетика, из моего турбопистолетика. Вот так вот поделаем. Понял, этого мало, хорошо. Не попал. Да что такое-то? Я косой, ребята. О, попал. Ну-ка, падай давай. Блин, слушай. А, во, все, упало, упало, упала, родная, упала. Да. Выглядит прикольно, на самом деле. Бенч. Примите, я такой разворачиваюсь, там в Нью-Йорк, и на меня летят танки. Едут самолеты и прыгают пилоты. Ладно, да. А, так, чем бы ее еще подол поломать? О, я могу, кстати, блин, я могу быть этим вандалом, короче. Вандалом. Я русский вандал, тут могу написать что-нибудь. Ну, не важно, ладно. Я, я так не буду делать, естественно. Естественно, естественно, естественно. Блин, капец, она, конечно, это. Вот так вот, если посмотреть. Выглядит стрёмно. Выглядит стрёмно. Ну-ка, а если мы сделаем вот так вот? Подождите, подождите. Прям на нос. Ой-ой-ой-ой-ой. Жалко, жалко. Блин, а прикольно, там внутри даже что-то есть. Круто. Не, выглядит реально, она прикольно. Выглядит она прикольно. Сделали на славу, постарались на славу, так сказать, тот, кто это сделал. Я когда ее скачивал, я думал, она маленькая. Какая-то, типа, особо ну, типа небольшая, а тут, блин, прям размер нормальный. Прям, ну, не прям, конечно, один к одному, но все равно круто. Все равно круто. она огромная, большая, и разрушение, блин, просто великолепные, великолепные. Ладно, переходим обратно к нашим мужикам. К нашим огромным мужи, мужи, мужикам. Так, планочку пойбу. Так, в принципе-то мы из нее. А, можно еще блоуторчем что-нибудь поделать. Чисто поджечь ее. О, если мы реально подожжем огонь. То есть, как бы огонь, чтобы реально горел. Звучит, звучит прикольно Блин, я его сломал только, наоборот Ну ладно Сейчас мы ее сделаем вместо ненастоящего огня Настоящий Самый настоящий факел свободы Или как Как он называется, хрен его знает Это Вот так вот Смотрите, красиво? Красиво, я тоже так думаю, друзья Так, все, эм, э, мужицкий десант Фух, Полетел На, ё-мое, прям с ноги С ноги прям, блин, застрял там Прям на руках, так сказать она, кстати, шевелится. Я думал, это я шевелюсь, это она шевелится. Швырек. Швырек, швырек? Или как правильно, ребят? Блин, а что-то у меня начало. О, все, все падает, 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 родная, падает. Да, друзья, уронили мы ее. Уронили. Вот так вот. И, блин, прикольно, дымок идет. То есть она реально там вот этот вот факел, он прям мы его по-настоящему, так сказать, подожгли, выглядит реально прикольно. Это было бы, наверное, очень странно вот этих огромных мужиков швырять в огромных мужиков. Это было бы очень, наверное, странно, реально. Так, что можно еще сделать? А давайте реально попробуем весь этот фундамент тоже вот так вот, так сказать, поломать. Аккуратненько. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чуть не вмернул, пацаны. Блин. Не, когда фундамент именно ломать, почему-то, смотрите, почему-то лагать начинает. То есть... Когда ее ломаешь, в принципе, особо ничего не лагает. Тогда а фундамент, вон, посмотрите, FPS вообще нет, ладно, хрен с ним. Я так понял, на фундамент, с фундаментом, как говорится, лучше не шутить. Ну мы и не будем, как говорится. Так, полетел. Полетел. Блин, да что ж меня так от отшвыривает-то? Полетел. О, блин, не, ну красиво. Вот эти вот все-таки, как оно все рушится, ребят. Как же мне это все нравится? Полетел. Хорош. О, все, 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 уронили, 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 уронили дамочку. Уронили, так сказать, дамочку. Все, она такая. Ну, я не знаю, почему такая песня. Смотрите, блин, с куском фундамента, с мужиком. Все, оно ну, дело это упало у нас. Так, ну-ка. Недолет. А если так? А, могу сразу. Блин, я могу сразу много швырять. Это, конечно, опасно. Это, конечно, все опасное дело. Ну, окей, давайте еще разок. Очень, блин, вот мне очень жалко, что нет C4. Почему нет C4? Почему вот эту бомбу, да, например, нельзя было выбрать, э, сделать так, чтобы у нее был пультик? Было бы круто, чтобы можно было сразу много бомб поставить и потом взрывать их одновременно пультиком. Это было бы круто. Кстати, я еще из дробовика не стрелял. Вот эти дырки, знаете, сейчас они выглядят, как будто это какой-то самолет летел, такой ту-ту-ту-ту. Ну, прикольно. Прикольно. Тут тут ту это типа стрелял. Ну, вы понимаете, да? Мою, так сказать, банальную озвучку. Блин, как он красиво там все это делает. Так, хочу так сломать. Ой, все. Улетела, улетела голова. Так, сюда. Сюнды. И сюнды. И еще давайте одного. Чтобы уж наверняка, как говорится. Все, пусть там лежит. В общем, друзья, вот такая вот серия получилась. Я надеюсь, что она вам понравилась. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Тогда новая серия по замечательной игре под названием Teardown не заставит себя долго ждать.